Короче, давай я объясню по-быстрому. У нас у каждого 10 жизней. Ага. У каждого. У каждого 10. 10 жизней. Пять было, брат. Не-не, 10 жизней, брат, 10. Давайте 2. Одно. Но внимательно слушай, смотри. Ага. Если вы попадаете в голову, вам попали в голову. Это минус 2 жизни. А-а-а. Вот какая тема. Ага. Это в каждом раунде по 10 жизней. Не всего на все 5 игр. Всего на все, брат. Да. Да-да-да-да. Игрока. Но на next раунд ты придешь. Но имею в виду, который на замене, он выходит за него. Нет. То есть остается двое. Двое. Все, понял. Интересно было. Красная карточка, короче. Вы можете как по кайфу меняться, мы будем так меняться. Например, первый раунд, у нас всего будет best of five. До 3 побед получается. Мы будем с 3-0 мы 5 не будем играть? Ну да. Да, сыграем. Смотри, если, ну, типа, мы будем меняться как? Каждый раунд у нас замена, например. Да, да, тоже. Да, ну то же самое у вас, да, будет? Да. Все, четко. Дальше. Пойдем покажу место. Смотри, это... Пойдем базу оранжевую покажем. Пойдем оранжевую базу покажем. Зацените, зацените да, нашу да, да. базу нормальную, блядь. Кто там вчера пи***л, что у нас база хуйня? Я и до сих пор так считаю. Не, брат, не, ты не брат, видел ее. Ты я видел, мне похуй. Короче, это база оранжевой команды. Их задача разными схемами защитить ее. 1-2-1-3. 1-2-1-3. 1-2 по накатанной схеме, стандартной. Смотри, защитить ее нужно от чего? От чего? Пойдем покажу от чего. От пачки. Плент ставится не обязательно внутрь. Он можно, внутри, можно снаружи поставить. Снаружи он будет пищать звук какой-то. Будет как да, его да. найти, блядь. Пойдем, да, покажу все, будет. Ты поймешь. Пойдем, покажу. Вообще лучше внутри. Не-не, плент внутри, ребят. Ты внутри? Нет, Сэм. Это ужасно внутри. Ты понимаешь, если мы сядем по углам, ты просто не зайдешь никак туда просто. И все. Снаружи, вокруг базы, в любую точку. Уверен? Да, да. Ну вот прям вот сюда поставил, все, это плент. Ну прикинь, мы в базе сядем вчетвером, будем вход смотреть. Да, у тебя есть шанс вот здесь открыться, а в базу даже просто не зайдешь. А вот это что за меня? И то же самое у вас. Напротив каждой из баз, в принципе, да и напротив каждой респауна, есть вот такая, ну, приколдесина, колбаса. Смотрите, наша задача каждого из вас за нее, в принципе, бороться. То, ради чего мы здесь собрались. Ее нужно взять, засунуть в карман, в очко, неважно куда, и донести ее, заплантить на базе противника, понял? Давай как это делается? Работает. Как это делается? Смотрите. Она вставляешь ключ. Зажимаете кнопку, проходит время, и все. И идет, короче, старт, 4 минуты. А? Вот. По истечении 4 минут... 3.49, 3.48, 3.47. Плент срабатывает. А что после читать? А деактивировать? Как будто ты не знаешь. Ну а деактивировать вот так просто. Подходишь, и держишь. Сколько дефюза идет? 5 секунд всего. 5 секунд дефюза? Смотри, а мы ее деактивировали, и что дальше? Это очень быстро. Ну мы ее деактивировали, и что дальше? Все, вы победили. Кто деактивировал, забирает раунд. Короче, это респа команды победителей, в принципе. Как вы видите, ты что, окошки вы продаете, там шаурму же отдаете? Да, да, приди за шаурмой. Зайди, зайди, тебя. Здравствуйте. А можно показать внутри салон? Тут у нас вот яйца есть, сыры там и так далее. Ах ты, блядь, ты что, решил с козырей заходить? Ашма. Смотри, брат. Не, иди на... Слушай. Иди одно похаваешь, брат. Брат, одно яйцо. Стол мне населили специально. Кинь его сразу. Блин, ты что, дурак, ебать? Шма, вот же хорошая тема. Да отъебись от меня. Иди сюда, брат. Козырь хорошая не нашли, блин. Марк! Брат, ну не надо этой хуйней, зачем? Шма, вот, ну. В принципе, все понятно. Это скворечник там, ну не важно. Смотри, главный вопрос. Когда, вот типа, меня нокнули, да? Да. Я ухожу туда. Я оттуда выбегаю. Вы уже можете стрелять. 5 секунд мы сказали, что ну, да. Грубо говоря, кемпить нельзя и 5 секунд, ну так. Ну просто грубо, чисто отчитать, по совести, да, дайте человеку дойти. Что ты, сука, такой? Блядь, ну наши окошки сильные, тонированные. Блядь, это вообще легенда. Представь, сейчас кто был на стрелах, когда мы все это делали? Сейчас мы зайдем. Ваша задача, я расскажу попозже. Разные. Определимся с правилами игры. На каждом... В игроке есть маска. Маску мы не снимаем во время игры, шар летит со скоростью 90 метров в секунду. Также на ваших масках находятся камеры, чтобы она хорошо держалась. Если что-то случилось, мы идем на респ. На респе мы протираем маску, если вам попали в маску. Маска состоит у нас из корпуса, визора, куда большая вероятность, что попадут. Мы его быстренько протерем, и вы включаетесь в игру, в этом ничего нету. Если у вас если вам попали уже в камеру, то мы тогда выдвигаемся в техническую зону, вам ее отремонтируют быстренько, и вы опять выйдете в игру. Это маркер, он стреляет шарами из желатина. Ваша задача, на каждом маркере есть предохранитель. Когда вы будете уходить на респ, вам нужно будет нажать предохранитель и отдать судье. Кнопочку нажимаем. Один раз, да? Да, один раз нажали, шары... Она загорится или что? Да, огонек загорится, синий огонек.
Шары будут подаваться, так что стрельба будет быстрее. Маркер состоит из основания ствола, баллона сжатым воздухом. Ну и фидера. Баллоны мы в рукопашку не идем, не толкаем, на конструкции не бьем. Стволом все то же самое. Принцип действия. Вы один раз нажали, он выстрелил. Тут все максимально. А ну выстрели. Ага, ага, понятно. Есть три правила у нас. Ближе 3-4 метров мы не стреляем. Запомните, это тоже очень важно. А что делать? Расходиться если, просто? Если вы попали в такую ситуацию, человек будет сидеть за укрытием, вы подбегаете к нему. Не нужно в него стрелять максимально близко. По правилам пинбола вы говорите слово «аут». Вы поразили его словом. То есть, чтобы... Да ну нахуй. Ахуенно. Четко и громко «аут» можете еще дополнительно... А может, давай переделаем и напишем «ты черт». Давай вот по-братски. Можно, можно так. Какое правило? Давайте, нет, если давайте вы близко подбегаете. Не знаю, Гречин просто. Говоришь, ты черт, что человек выходит. Только если вы услышали, что вам громко и четко обозначили, чтобы вас не стреляли. Запомните, человек, которого попали, слушаем дальше, человек, которого попали или сказали волшебное слово, он поднимает маркер вверх, руку кладет на затылок. Потому что затылок у нас не сильно защищен, защищен, но не так, как спереди. Ваша задача, после того, как вы подняли маркер, идти на резв. Одна команда идет сюда, и другая идет противоположно. На каждом резве будет стоять судья. Зона поражения у нас. Все тело, кроме обуви, перчаток и маркера. А, все, если в колено, сюда, все, сюда. Это считается. Большая вероятность, что вам попадет фидер, на вас будет краска. Это не считается. Также вы будете сидеть за укрытием, вам будет попадать, у вас будет краска. Это не считается. Только прямое попадание. Все. В принципе, по инструктажу. Все, главное, близка не стреляем. Вверх еще не стреляем, камера, да, и оператор. Да, нарез. Понятно, что дело будете стрелять нарез, но не сильно рекомендую стрелять, потому что здесь будут стоять у нас еще дополнительные люди, которые будут, да, также. Да, да. Не стреляем вверх, там находятся камеры, можно попасть в камеру. Камера тоже может выйти. Пойдем сейчас разминку сделаем и погнали. Да, тактики обсудим. Сделать. Обсудим тактики. Спасибо, и погнали. Большое. Все, по базам, черти. Давай. Спасибо. Давай, черт. Если ты тут, ты открыт, блядь. Вот, да, брат, второй, в этом углу не варик. Да. Слушайте, а второй играл бы вот отсюда, чтобы ему в спину не, чтобы он прикрывал. И вот этот человек, который играет ближе, он должен за бомбу. И ты, смотри, если типа убивают, ты начинаешь контролировать резв. А короче, там... вы отсюда, я их еще в бок, да, 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 ты все в бок. И, Лёва, брат, делай. Пацаны, и как возьмете сюда бомбу, послушайте, как начнете, возьмете бомбу, кричи. Просто не надо ничего, смещайтесь медленно. Да, базе. Медленно. То есть ты выходишь спешим с базы, подтягиваешься, и вам в самый идеальный кусок с их базы. Идемте, это занятие. Пацаны, вот только место. Общайтесь. Да, да, общаемся, да. Я, самый идеальный кусок, я бы на вашем месте сел вот так, смотри. Я бы один сел в дальних бочках, потому что там очень далеко и не видно. Один я как всегда. Мне скворечник держать или нет? Да, да, брат, обязательно держать. Ты держишь скворечник, ты даешь и инфу, и сверху. И даешь им вообще выйти, поднять башку. А тут можно пушить с двух сторон. Смотрите, начинается раунд первый. Первый раунд, он нужен как? Мы расфасовываемся, это самое важное. Понял, первые киллы? Нужно отсюда отыграть, кто как отыграет. Можем сыграть, держи, знаешь, да, как? Давай, скажи ты, я потом скажу. Смотри, тактику, давай. Лично я, допустим, могу как сыграть. Я отсюда уйду. Откроешь full open вон за той. Я тебя не буду первая, открывать вторая. Тогда. Я тебя тогда открою. Я играю на инфу, чтобы по мне вообще не было бы инфы. Понял? Я как ниндзя и отталкиваюсь от Сэма. Сэм мне говорит право. Короче, давай. Я оттуда отрабатываю по правому. В ты понял, да? Вот это идешь, если да, что. Это стоять. Да, да. Брат, единственное, если ты хочешь играть как ниндзя, лучше играть там. Потому нет, что здесь много где можно спрятаться. Здесь лучше перестреливаться. Так я тебе поэтому и говорю, оттуда я буду играть ты как ниндзя. Ты в мясо пойдешь? Понял, да, я в мясо. То есть мясо. Я пропускаю их. Двоих, допустим, и отрабатываю сразу двоих. Все. Понял, как в КС-ке? Вот да, так все играет люркер. Я продаю, к слову, мы отдаем тебя, ты играешь с ними. Понял? Я спрашиваю. А тогда... я обходных, которые... Нет, подожди, тогда он в мясо идет. Ну? А ты люркер. Я люркер, я вот здесь. Да, давай, давай, мид. Мид. ХГ. Вон лонг. Лонг. Открыто. Мид, ХГ. Все. Бомбу контролируй отсюда. Меня сегодня. Ты такой маленький. Лен. А! Спасибо. Все, брат, удачи, хорошей игры. Тём, давай, может, спросим, может, дадут они пристреляться? Давай пойдем. О, свои, свои. Ребят, пока вы сейчас без масок, маркера можете взять. Дуло вниз, пожалуйста. Бля, ебать плюс вайб. Даже? Брат, поехали со мной в Краснодар? Ты женатый? Бля, не варианта. Сэр, да, сэр! Сэр, да, сэр! Свои, понял, там тоже. Всему тухуму салам передаю, айма, атам. Бурдай, хамя, свои. Саламлар. Гелмиш, ты тоже передашь, ма? Чал барыв, а? Ты тоже передашь свою. Мама, папа, привет. Вы в телевизоре. Вадим, давай просто такой легкий бой сделаем.
Дурак, что ли? Брат, смотри, показываю в крест прям четко. Видишь, вот? Оранжевой команде отдали маркировку? Ты что, ебать? Ты что сделал? Вы обмазку просто нажали. Ваша база там. Да, да, знаем. Все, находим на своей базе. Давай, обозлогом. Готовы? Пробежка, пробежка, шма! Давай вместе держаться, сразу. Давай так, давай так. Тогда, если он правильно говорит, давай ты сверху, я снизу с дырочки и начнем поливать по центру. Давай, он, давай. Он бежит туда. Кто? Ты. Один бежит? За понтом? А если его зажмут двое-трое? Как, если они выйдут, мы застреляем. Мы поливать будем. Сам поливай, понял? Давай, давай, давай. Если что, я выбегу к нему. Пойдем посмотрим. Все, четко. Тебе с какой... Я очень сгреб. Стой, надо залазить, Сэм. Да! Стой, 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 стой! Блин, тебе ган надо сперва кидать и потом залезать, понял? Дошма, началось, брат, да? Один влево ушел. Уже играем? Да. Один влево ушел, Сэм. Гоу, слева ушел? Один влево ушел. Вась, один за респауном. Лёд, ты как? Я начинаю, брат, нужна раш. Винэн! Чисто! Чё, бля? Вы начали играть? Чисто, говорю! Вижу, вижу, подходит, подходит. Они с респы поливают. Вась, с респы поливают. Лёва, могу? Проходи дальше. Они на базе сидят. Я не вижу их, блядь. Рина! Слева, слева, слева. Близко? Не знаю. Всё, Лёв, ты! Может, запушим, брат? Лёд, справа, чисто! Чисто, чисто. Вася, слева где-то, заспутать надо. А? Слева не пойму, где надо, заспутать и выйти. Давай, газ, я вас прикрою. Да. Я прикрываю. Близко, раз! Лёд, ты как? Близко! О, убил! Убил, убил! Да, да, да. Ты говори, если он близко подходит. Все, играй, блядь, играй. Стреляет, мама. А куда попали, блядь? Лёва, я вверх смотрю, иди. Так руку же не считается. Рука, стой. Рука не считается. Так я говорю, мне в руку попали. Рука не считается. Стой, а стой. Да, я говорю, в руку чей попали. Чей просто территорию? Да, рука не считается. Вижу, вижу. Что сделаем? Прикрой мне. Давай. Лёв! Лёва, я тут. Чё? Бомбу попробую взять. Бомбу брать. Я возьму. Давай. Оружие. Карина, центр! Попал! Бля. Лёва, ты как? У меня заклинил. Потряси! Все, молодец. Оп. Бля. Попал. Я разменял, Лёв. Чё-то клинит часто. Больно, Вась. Куда полез, маленький? Да. Нормально? Нет. Нормально, брат мой! Чуть судью не ебнул! Да. Куда собрался? На базу бежать должен. Лёва, ты где? Сейчас вернусь. Хватит отдыхать, заебал! Марк, блядь, ты что нахуй творишь? Марк! Сам инфа нужна. На, не на респе, двое! Марк, слева, чисто! Одного выбил, одного выбил! Да ебаное оружие. Да-да-да. Есть краска или нет? Нет, нет, продолжайте играть. Ты же, брат, нет, это нормально, что я эту дергаю хуй? Я знаю, подойдите, вам делают маркер. У нас пушка что-то не срывает. Где? А, у нулевого рука. Инфа! Рина, давай, Рина! Где? Как мы втроем сдохли? Центр загорает! У меня маркер съедает. Втрою! Бля, пацаны, это пи***ц, мы втроем сдохнем. Я возвращаюсь или что? Быстрее давай. Я могу. У меня постоянно эта хуйня. Два патрона, да платил, она сюда идет. Блядь, заело! Я возвращаюсь! Заело!
У меня не стреляло. Мне по нему стрелять? Да, 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 иди. У меня просто заел. Да убил. Я забыл этот. Да. Да. Он же на респу должен вернуться. Возвращайся. Попал по мне? Нет, нет. Да. Ушел отсюда, Че на не нажал? Откуда Марк? Сколько меня осталось? Убили, да, база чиста. Не заминировалось, держать надо. А сколько Рина, держи, Рина! Я мог и не приходить, да? Так, брат, а? Лёд. Да, Фис. Попало? Да. Ну вот сюда, вот. Нет. Попало. Они бомбу не забрали? Были. Попало, да. Не попало? Есть спина? Брат, а почему на базу? Они оттуда начали стрелять со спауна, понял? Инфу, пацаны! Попал! Портфель. Чё? Как понять, портфель читается? Бля, попал за этой. А бомбу заложили? Да. Судья, здесь? Лёва, сверху! Все, все, я убил, убил. Брат, портфель считается? Сейчас раздай, брат. Ладно. Лёва, сверху, гад! Я слышу, я слышу. Лёва, проходи, я прикрою. Оу, фак. Ну как сейчас? Я ухожу. Да, 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 конечно, оба, разменялись, все на редку. Сейчас бомбу раздефаем, выиграли раунд. Она стоит? У нас стоит бомба вроде. Все, окей. А куда ты нахуй ставишь, Вася? Ушел! Попал! Минус два нахуй! Выходим, выходим. Рина в городе, ёбаный! Где они? На базе у нас. Упал! Ушел нахуй! Пацаны, они у нас на базе. Ну так а чего инфу не дается? 2 минуты еще шла. Все на базе, все. Пацаны, вы инфу дайте же. Не, базу надо выбьем. Вернуться сейчас. Так мы базу выбьем. О, блядь, в ножку больно. Вы можете вернуться. Проверяю маркеры, отпускаю. Там еще. Не, про то, что человек бесконечно стреляет, с базы не выходит. Патроны, да, патроны. Надо базу выбивать, блядь. Да, базу можете вернуться. Да дай выйти, блядь. Вижу, да? Я поработаю, блядь. Чего? Нахуя? Сосёшь, нахуй. Есть флот, да? А? Далеко? Рубли, вот. Минута полтора, я здесь. Далеко они? Я не знаю. А! Есть одному в голову! В респе. Хорош! Вижу, вижу. Всё, можно? Да, да, да. Один за базой! Сэм, полтора минуты. Попал? Попал. Есть? Есть! У меня второе? Это, по-моему, не папа. Это первое? Ага. Винен. Первое, да. Лёва, надо пройти. Надо у меня заклинил. Там же бомба стоит. Потряси. Где он? Сэм. Лево. На правой? А, рука не считается. Выдал одного. А, рука не считается. Забыл, блядь. Винен, проходи. Куда? На базу. Не, не, кис, кис, кис. Лёв. Ушел, ушел, ушел. Руку подними. Он тут, пацаны. Сверху. Ушел, ушел. Ой, папа. Ай. Север, свои здесь. Голову. Ушел, ушел, ушел. Спина. Ушел. Ах, бля. На, минус три, нахуй. Два. Как один, мы так пропустили? Мы не общались. Бомби. Оценку дай. Шмай, минус три дал, бля. Буду. Я разъебал, Вась. Я так, соло а занял. Сколько у меня осталось? Два? Камера. Конец раунда? Это конец раунда? Да. А чё, а, маски не снимай. А где взрыв? Как, Ваш? Хорош. Са. Вась, ебать, вы лучший, брат. Ты вдруг я залетел отсюда? Да. Минус три бомбы взял, поставил и занял респу, понял? А чё они сделали? Уважаемые игроки, ставьте маркеры на предохранитель. Останови вниз. Вась, иди. Бля, мне только по руке попали. Лёв! Даже не считается. Шмай, я здесь троих. Считается. Марк! Вась, я здесь троих пил. Как я просто взорвался на вас троих? Уже, уже, уже. Все, понял. Короче, пацаны. Алло, Марк. Я потому что на базе сижу там. Я понимаю, ори все равно, Марк. Я первый несколько... Просто говори лево, право хотя бы, мы поймем. Тактика хорошая. Бро, ну скажи, как я респу занял, просто респу их начал. Ага. И бомбу охранял. Прям ебали надо. Идем туда, обсудим это все. Да, прям. Мне в спину. Пускай за меня тажик выходит. Пойдем туда внутрь. Да, сейчас камеру на него, да, надо одеть? Да, давай камеру на тажик. Очень сильно сделал. Добрый вечер, дамы и господа. Бля, пацаны. Оценку перестрелки. Ебать, просто пи***ц. Сколько киллов написано, интересно? Ну я ж жестко взять. Мне прям понравилось. Мы могли. А мне еще, понял, попали в кисть, вот. Постоянно. В палец. Покажи.
А, смотри. Будь здоров. Прям в палец, понял? Можно мне тоже протереть маску? Они, я вышел, троих выбил, и они все три на респе сидели, брат. Это вообще охуенно. Да. Если троих выбиваешь, заебись. И все, и держишь позиции просто. Каждый свой держит и не выпускаешь их оттуда нахуй. Напалм, сынок. Этот запах ни с чем не спутаешь. Че, готовы? План? В принципе, всем ясен, погнали. Ну, плюс-минус, да, будем проезжать. Я наверх, отвлекаю всех. Как давай. Только я вы занимать. Буквально 2 секунды, брат. Полезу. А как же оттуда выбегать тяжело, блядь, это пи***а. То же самое делайте, будут там подсказывать. Я тебе показал, как это самое... Медленно двигайся, потихоньку туда перебегай. Поехали, парни, ща, по свистка. Запушил, запушил. Сука. Руслан занял! Заклинил, блядь. Заклинил. А! Стой, стой, стой в позиции. Слева, лев тебя проходит. Слева проходит? Да, близко будет. Попали, посмотри, брат. Шьет сверху. Шьет, шьет, да, смотри, лево. Вырубил, вперед! Пацаны, двое снизу. Забудь. Занял, занял, сейчас еще буду двигаться. Сука, зажали, блядь. Пацаны, двоих убили! Камера. Убил! Бомбу, бомбу, трое мертвые! Камера, камера не держится вообще. Иди, иди за бомбу, за бомбу, бери бомбу, ко мне беги. И ко мне беги. Блядь, нет бомбы. Как нет? Надо протереть, да, или что? Ко мне беги, ко мне беги. Уходи туда. Пушки, брат. Стой, позиции, позиции, стой. Бля, я готов. Ты да, Лев! Просто смотри меня и все. Брат, у меня знаю, камера слетела, можешь? Перебегай, ставь бомбу в угол. Они жми 5 секунд, зажимай! Выходим в игру. Первый и пятый выходят в игру. За деревом стоит. Переходи сюда, Лев! Уверен, а? Марк, двигайся! Бля, цинкуй у меня. Давай. Давай потом. Я с вами! Они не знают, где бомба. Лево, да, смотри, Марк! Пойди. Давай! Слева обходит с базы! Хорошо прошел, найс! Держать! Руслан, держи, держи! Там все на нашей базе! Держать, держать! Вопрос с респы, можно стрелять? Лев, право держать! Лев, у тебя будет смотрю, сейчас играть! Смотрю, лево, смотрю! Смотри, они будут право сейчас играть! Право взял! Лево не пропущу, смотри! И они все на респе! Ко мне идут, пацаны! Держи, держи, держи! Если будут, справа говори! Руслан! Они с респы сюда они пойдут! Не... Держи, держи, я с тобой. Разберем у них заплантим. Да. Я просто надо добежать до него. Тут дырки. Можешь... Да, знаю, давай где, дырку возьми. Можешь прикройте. Смотри, с респы, сейчас выход будет. Чё справа? Первый в игре, пачка, третий в игре. Базу сюда. Руслан, чё справа? Саш, готов? Чё? Я знаю, да. На нашу побежали опять. Смотри, смотри, сейчас второй пойдет справа. Смотри за правым, смотри. Право смотрю. Один на нас право на смотри. Базе! Саш, я пачка. Эй, рут. А? Пачка по центру лежит. Центр! Центр! Держи, Лев. Понял? За центром? Да. Да, я ей рут ебал. За бочку. Да, вижу. Вау, вау, вау! Стой, нахуй. Убили, убили, за бочку. Держи, держи. Проходит! Руслан, видишь, да, где проходит? Меня убили! У меня патроны кончились. Держи, Лев! Камера взялась. Убил же! На базе, на базе! Убил! Меня в ногу убили. Все, могу? Убил! Убил! Уйди, уйди, брат, брат, брат! Давай, держи. Все? Давай. Ты Лев! Бля, сори. Не, не видно, ну ладно. На приют. Попали тебя, Раф? Держи окно. Я не могу планет найти. Выходит, первый в игре. Куда попали? Не знаю. Раш, где наш? В пузо вроде. А? Третье попадание в корпус. Подождите очки мне. 40 секунд, пацаны! Давай, ждем! Где враги, Раш? Не один тут! Раш. А? Надо базу отбить, Сэм. А? Базу надо отбить. Первый и третий в игре. База отбьем. Где он стоит? Сколько времени? Держи, 20 секунд. Пойдем. На размен, на размен.
Попали, Сэм! Один на базе! Все, 10 секунд. Куда ты залез, нахуй? Сигнал! Живот. Попал. Третий, попадание в голос. Бля! Я убил тебя? Это лишнее было, брат. А? Это лишнее было. А что делать надо? А, фу, блядь, ты отчет не слышал? Не. Ага. Чё? Орот, блядь! А, ебать, заплентили? Да, да. Отдых, ебать, пацаны, отдых, блядь. Хорошо! Бля, брат, ты там лежал, я тебя застрелял в бок. Да, куда вы, нахуй? Красава. Куда вы, нахуй, блядь? Нормалёк сыграли. Ты сомневался, блядь, мне, Лев? Маску не снимай на площадке. Получилось у нас. Маску не снимай на площадке. Получилось у нас. А где у тебя че, камера? Взорвалась бомба. Серьезно? У нас она, у меня тоже слетела камера. А, болтаешь, что ли? Они когда ее успели? Отдай маркер. Ну когда-то успели. И брашка в центре лежит. Я даже не знал, я покушал. Как мне его запомнишь, чтобы взять себе вчера? Ну нормально. Да, мне. Да. Спасибо большое. Как я вравший крыл, я думал, что это. Он говорит, пачка в центре. Я ему и сказал, блядь, это ты, это твоя ошибка была в том раунде. Ты не двигался, должен ему спину смешать. О, кальяны работают. Я около бочек сидел уже, нахуй, около их базы. А он какой, хороший или уже остыл? А можно плейбэк нам? Красава, да. Молодец, легион. Бля, как мы их выбили, блядь. А повторы можно сейчас там, смотреть, да? Там, в смысле, там без шансов, они по КД на респе сидели. Бля, вы когда троих убили, это очень сильно было, я клянусь. Бля, слабо было, брат. У вас просто Лёва закушал, наши растерялись. Зачем, блядь, они играли? Вон там нахуй не надо было таджику прятаться. Таджик занял лес бессмысленный, когда весь пуш сверху проходил. Да. А там и не надо, мы много не разговаривали. Надо было просто всех -3 дать, блядь, и просто ставить бомбу, блядь, и дефать ее. А, да? Ой, ебать, они запушили друг друга. О, это я... А, нет, это первый раунд? Это я ебнулся! Это я ебнулся! Это ты ебнулся, на нашу мать, да? Во-во-во, смотри. Смотри, как разъебнулся сейчас. Смотри, чекай. Хорош, пацаны. Чекай. Хорош. Молодцы, хорошо забрали. Брат, а можешь пока лечить? Сейчас занимаем верх, понял? Втроем. Потому что они налево бегут. Там на трех играем минуса. Потом берем бомбу и, знаешь, на какую сторону ставим? Где наш респаун? Понял? Мы сразу будем смотреть на бомбу. И да, что, да, да, да? И что? Потом просто делаем. Где бочка? Смотри, как делаем. Если нам надо будет дефать бомбу и не успеваешь, ты просто выходишь, чтобы тебя закилили бы, понял? Да. Ты килишься и в этот момент убегаешь туда. Все, проходит и просто дефаешь ее. Один респуев занимает, смотрит вверх, и один снизу, и все. Давай, давай. И прям в открытую. Я по пачке, блядь, все, не нахуй. Знаю, фунах. Это изичная, блядь. Включить наши голоса, когда будет игра. Берем здесь? Один бомбу, выслушай. Ставим бомбу, знаешь, на какую сторону? В сторону леса. Где бочка, где мы? Да, 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 там бочка. На бочке. Ну, похуй. Они ее спрячем. Нет, надо не прятать. Что, послушай. По-братски, брат. А он не играет когда, сейчас. Когда дефали бы, понял? Мы их сразу убивали бы. Если ты видишь, что ты не успеваешь, добежать. А что я вам расскажу? Уйди. Эй, не буду рассказывать. Я буду рассказывать, если ты понимаешь, успокойся. Что ты не успеешь до туда забежать хотя бы за 5 секунд, просто выйди, чтобы тебя убили, что ты сразу там побежал, напрямую. Прям начинать побежать, тебя ебнут, и ты там уже опять все равно будешь. Да, да, да. И оттуда вот ты просто в открытую бочку становишься и дефоль бомбу. Все. 100% через правый еще играл. У тебя очень важно, поэтому ты должен простреливать. Прям без остановки, не надо прятаться. Просто по одной пуле стреляешь, да, чтобы просто, они не перебежали. Просто. Особенно на вышку. Если перебежал, инфу даешь мне, куда он перебежал. Если он ушел сильно вправо, говоришь, он сильно вправо ушел. Вот эту позицию, типа, вот стрелять. Я тоже буду стараться по вышке. Нет, мы... Короче, наша задача сейчас, если на вышке есть чел, наша задача выбить право, они пока будут идти на респ. Ты начинаешь шить вышку, я перемещаюсь. Я начинаю его подшивать, ты тоже перемещаешься. Блядь, все русские, витязь, нахуй. Схавай их, Лёв. Схавай, нахуй, схавай, блядь. Как сейчас сделал, вот я тебе сказал, просто резко, нахуй. Чтоб ты понял, на камере ты как пуля был, блядь. Туда-сюда уже какая бомба. Пуля? Я ему говорю, беги, Лев, он бежит, я говорю, нету бомбы на самом деле, ищи там, нахуй. Бомбы не было. Я вижу тебя, думаю, и потом вспомнил, что я говорю, ебать, маску. Мы путаемся. Путаемся, да. У меня просто шапка оранжевая специально. И маска оранжевая. Я, вижу, что я не понял оранжевый, брат. Я вижу оранжевый, я уже сразу понял, префайром. Че, готовность есть у оранжевого? Саламчик, всем привет. У меня маска, видите? Нормально, нас слышно? Сэр, да, сэр! Всех приветствуем, друзья, на данном телешоу. Ну, блин, знаешь, это выглядит на самом деле как телешоу. Прикольно же, не? Да. Что, твои сосуд? 1-1, брат. Я сказал, мы один раунд дадим вам преимущество. Ну, этого хватит вам один раунд. А у Трибуна Юга, почему не понял? Почему вы так слабо работаете в чате? Почему мне должно быть стыдно за вас, я не понял. Побежал! Сразу побежал. Вот они, мои братья, мои родные, блядь. Проходи, Руслан. Меня кроют, нет, не могу. Смотри, у тебя Ренат мутится уже близко, подходит к ребятам. Неба не вижу! Что? Оружие! Живи, Лев, не ори, не ори! Что?
И на пушин? Самвел не понимает даже, по кому стрелять, понимаешь? Турсик сняла и на лицо, и сказал соси. Я начинаю. Не вижу пока, сидите, брат. Я пошел. Уходи. Лев, у меня вспышка, это хуйня. У меня слева? По прямой он там. Справа есть. Держи его. То работай по вышке, твою мать, обсудили же план. У меня тиммейт запутался в сетке, блядь. А ты это отскочила. Шкерита, кто это? Это кто? Ой, перестрелка хорошая, серьезно. Попал! Ну, Лёва не видит. Он не видит, Да, пойдем, Ренат. Нормально прилетело, ебучки, Лёва. Парни, инфа! Смотри, они уже нашу верхушку заняли. Пошел. Тебя ребята очень бьют. Ооо, ебать, уехал на зеленый. По мне стреляли, и я упал в лужу на. Кто это? Далер, это Далер. Попали? СМ. СМ отстреливается, аккуратно слева пушит. Блять. Руслан давит. Парни, а где инфа, бля? Накидывает. Бля, Руслан с двух сторон жмут. А? Корпус. У Русика, кстати, повторяю, у Русика есть опыт страйкболя, он чемпион России. Не знаю, что делать, понимаешь? У него позывной коньяк. Кстати, хорошая позиция. Смотри, Геннадий! Убил! Бля, хорош. Они друг друга убили. Нет, а это Ренат был, Ренат, красавчик. Нас выбили. Блин, Далер на нашей базе уже сидит. Как робот, смотри, как он двигается. Бля, почему они нашу базу отдали так легко? На базе уже, дорогие друзья, отчет пошел. А таймера нет, а сколько бомба? По Ренату работают. Так, Винмонт на респауне у нас сидит. Ситуация 3-2 пока. Так. Инфу давай, если пушить буду. Ренат, зажимаюсь. У меня ребята перестали общаться, блин. Мне ребята не общаются. Руслан базу их занял, вопрос на хуй. На базе их. Ну, Далер тоже на нашей базе сидит. Ну, сейчас, смотри, и огромный шанс, что Руслан сейчас в спину убьет их. Посмотри, попали? Попал. Вон на спине есть шар. Попал. Руслан, надо по низине в спину зайти к ним. А нахуй они на нашей базе, если у вас бомба на базе стоит, друзья? Они не знают, что заминировали бомбу. Как они знают? Да, они не знают, а скорее где всего. Бомба? Ползет. Лёва. Есть там что? А? Лёва, есть там, посмотри. Вон справа от тебя. Нахуй, бомба, если наверное, бы у него было ног, не было один бы ног, забивает. Он бы там не стоит. Был бы, бля. Вот он просто смотри, ползает смотри. На... Сэм, вот. Бежит центр. Пикай, пикай. Возвращается на базу, кстати, команда оранжевая. Не, молодцы, ничего играют, но выбивают. Надо, чтобы кто-то справа сыграл. Я знаю, что они по. А, у вас Ренатку убили. У нас на базе, получается, сидит два человека. Одно было, брат. Либо СМ, либо Таджин, после того, как я в него попал, брат, руку поднял, они вдвоем сидят, скорее всего, на нашей сколько? Базе. А бля, ну базу очень попали? Тяжело выбивать. Очень. Один раз попали. Это первый мой. Да, это первый. 9 хп. Я сейчас нарисую, вот, сколько секунд осталось. Бля, я ничего не вижу. У нас нарисую есть кто-то? Ну, брат, у них времени минуты 2 осталось. Или там есть таймер, я плохо вижу. В это время, кстати, Ренат возвращается в игру. Знаешь, в чем проблема? Бомба звуков не издает. Ты не понимаешь, куда бомбу ставят. Сэм обходит, Сэм слева, Сэм сзади. Рука. Пушит. Хорош. Это у меня в руку. Попали в Русика. Он сделал ошибку, он через респу вашу. Блять, я ничего не вижу. Не, Рус хорош, пытается, старается. То Лёва подписывает. Рук первый. Рук, ты чё? Ебать он. Задницу. Где бомба? У нас стоит дед. Смотри, сейчас Лёва мог тубить в спину. Бля, у тебя в желатине. Сэм уже пешком она идет. Она тикает или нет? Понимаешь, что победа уже недалеко, не за горами, брат. Ну, брат, правда, бомбу тяжело искать. Можно протереть? Лина, перед тобой, понятно. Перед тобой прям. Я Ренат ничего не вижу. Ренат сфокусирован. Хорошо, поработал. Убить, ну все, ребят на респе зажали, все уже. Молодец. Очень тяжело выйти. Почему я бомбу Ренат не слышу? Молодец. Они стоит на респе! Просто стоит или тикает? Тикает. Ох, пацаны, надо выбить справа со мной, уйдите сейчас все втроем. Смотри, у меня у ребят камеры, блядь, чинят. Через их респу надо сыграть, вон один на базе у нас. Лев, через справа. Знаешь, Руслан, на выбивании очень тяжело играть. Ренат, очень тяжело. Ренат себя очень хорошо чувствует, кстати. Убей, это... Я их не выпускаю. Бля, очень. Бегите, пацаны. Подожди. Я же на респе. Все. Вот и все. Поздравляю команду нашу. Я не бомбу ебаную не слышу, блядь. Счет 2-1. Да, разожжай, лучше. Маску надень. Пацаны, я ебаную бомбу не слышу, нахуй. Да, нахуй. У нее и нет звука, братишка. Как мы таджиков кинули? А где бомбу? Бля, пацаны, может как-то... Я поставил, брат. Она с неба слышала? Он поставил, с этим дрифтал, я их просто снимал. Марк сидит на базе, он забегал в спину. А я их с респауна не выпускал. Ой, у меня сразу же... Вообще, кто на замену идет? Сейчас не знаю, я сейчас возьму именной маркер и пойду...
Делаешь, брат. Реально его возьмешь? На, брат. Я даже предохранитель не работаю, брат. Молодцы, команда, стая. Показали отличную игру. Ренат, большой молодец. Большой молодец. Нет, да, большой Ренат, молодец. Нет, дадим должное вам. Вы очень хорошо сыграли. Вы сейчас, прям да? Очень хорошо зажали, активно играли. А я видел, очень активно. Отсюда, я в него отсюда ебал. Сейчас может быть вообще получиться так, что будет последняя катка. 3-1. Ну, это победа, а дальше уже доиграл по кайфу. Ну да, да, да. Че, тебя попали сильно, брат? Здесь было 3, но мы будем играть все катки. Уже для кайфа просто. Не обессуй. Объясните мне, как так получается, что вы можете на лету в воздухе трахать? Я не понимаю, ты видел этот момент? О, хорошо получалось, спасибо. Знаешь почему? Скажем лайфхак? Я нет, не говори. От камеры, чтобы прыгать. А, реально? Таджик бешеный. Холодный воздух. Расскажи, как каково. Я просто пушанул слева, все по тактике отработал. Вырубил одного. Пошел пушить. Виталий, пожалуйста, по поводу сидел, комментировал. Это первое, второе. Как мы их были? Смотрел? А мы с тобой вот так? Я как будто по-моему какую-то посмотрел. Я вот так именно... Па-па-па-па-па-па-па-па-па, блядь! Короче, вы***ли, брат. Все, понял. Так, вы мне скажите, мне... Я пойду за именным маркером. Мне нужна камера, чтобы со мной пошла. Они сюда не могут принести, брат. Ты видел, что я сделал? Лево, лево. Я вот, просто вот. Прыгаю, смотри. Вот прыгнул, за бам-бам-бам. Я вот это, смотрю, вот. Я не могу на базе. А, блядь, здесь видно же. Вот снизу блядь, видно. У меня камера играть. Как упала с первой секунды. Это кто смотрит щельку? Мы с ним размениваем троих, и я Сэму говорю, просто халди, понял? Надо смотрим, они только выходят с респы, мы бам, послали. На размен. Я ничего не слышал. Реально? Я говорю, просто на респау у них оставляем, они выходят и просто... Я же просто работал. Есть. Я просто работал, как работал, брат. Ты посмотри, мы... Дай мне право. Долбоёб, какого Рину на три буквы? Нахуй только есть мне. Стоимость этого лота 200 тысяч рублей. Стоит. Она стреляет 10 шаров в секунду. Есть предложение. Ты приезжаешь к нам на спортивное поле, мы делаем матч, и я тебе дарю этот пистолет. Принимаешь вызов? Вызов? Принимаю. Да. Давай. Договорились. Поехали. Все, сворачиваем. Все, пацаны. Джерси одевай, джерси одевай. Конечно, конечно. А я могу одеть реально в джерси? Да, одевай, одевай. Шпат, ты один все. Сейчас Ренат идет, прячет плент. Ну нет. Просто спрячем. Там есть вот такой козырек. А, можно плент спрячем? Ну да, я тоже спрячу. Спрячу. Под козырек. Там такой козырек есть. Два палета лежат друг на друге. Меня слышно же? Где? У них у базы. У них у базы. Спрячу. Я понял. Там около центра. Спрячу и на кино играйте. А он список они... просто в сторону куда выкинут? Нельзя кидать его. Просто там спят легко его, ты поймешь. Брат, там открытый пи***ц. Мы можем на свой респу отнести. У себя на респе заложить. И дефать ему. И дефать ему. Положи там аккуратно где-нибудь, понял, в уголочек, видите? Да можем нас на респу не поставить. Ах, когда убьем? Пойдем. Лё! В боку. Да, прям. Лё, брат, как у вас тактика вообще, какая? Что они говорят, нормально будет? Отдыхаешь? Давай играем, как играем. Идем, все, погнали! Вася, настроение пришло. Я не курю эту чанду, брат. Наш мост двух ебал. Готов. Вроде все нормально. Я как яйца закидывал, видел? Мороз на чизе, мне яйца начал кидать. Пацаны, про плен не забываем. Да. Да, брат, как тебе тактика, если он без маркера просто сразу бомбится? Винман и Руслан. Короче, все кроме Лёвы. Нормально. Давай. Проходи. Охуеть! Ебать мне дали! Ебать дали! Я тут не вижу. А? В голову. Почти сюда. Я вижу тебя, блядь. Бери марк, родной! Они плен забрали. Да. Плен забрали. У меня бомба! Стой тут. Ну, в этот, вот сюда. Ничего. Не в ногу. Четвертого возвращая нету ничего. Ох, я не видно, ладно. Руслан, у меня бомба, заберите. Сейчас будем переходить. Давай в игре. Винман, у меня бомба. Все, понял. Я забрал. Как думаешь, кто сейчас ведет? У кого бомба? Я ни хера не вижу, подожди. У нас бомба была. Все, у нас на респе. Близко, сзади. Ну, красавчик. А кто это? Второй, Ренат, это Ренат. Нахуй, Ренат вырубил кого-то. Кого вырубил? Кто-то, так, за нашу респой кто-то. Равшан, за вашей респой. Равшан, бомби его. Равшан у нас на респе.
Винмента 6 хп осталось. Ренатка 8, Равшан 9. Оранжевый. Каких бомжей? Чуть-чуть не везет просто. Не обессудь, брат, это взять достичь. Так, если бы вот туда, честно скажу. Куда? Не было. Кто как думаешь, вот самый слабый у вас? На, ушел. Я просто не вижу. Раф, давай бомби. У нас сейчас все на респауне или что? Двое наших на респауне. Два хп отнимается, ребят, если попадаете в голову. Это за голову два хп снимается. Где ладно? Таджик что-то пол снимает. Таджик, вот здесь плитку поменяй, брат. Вот здесь не очень. Не работает. Зажимайте их просто, респект. Ну, бомбы или нет? Они, скорее всего, работают на киллы, потому что они уже поняли, что интереснее так вот. Не попал. Ты чё? Таджик, давай, всё, вперед, брат. Меня не слышно, да? Вдвоём. А Флэн где? Да. Лёв, как думаешь, Таджик, кто у вас? А кого близко убил? Не знаю. Потому что мы заняли. А таймер был бы, брат, на экране. А, ну всё. Так, камера гуакамоле, чуть-чуть камера гуакамоле расплывчато. Есть на это причины некоторые. Кто как думает, что у вас самый жесткий команде? Пойдем. Тихо. Я помню, хорошо в угол зажался. Бля, Винмент умер. Руслан, сучек, проходи, ставь. Слышу тряску, вас трибуна юг. Нет, это ты мой. Почему? Папа, меня убили, поставь плент. Убили кого-то. Вашу убили. Поставь. Ой, это мы выигрываем. Гвакамоле поставил бомбу. Гвакамоле так спрятал ее. Красавчик, гвакамоле, сука. А где таймер бомбы? Таймер бомбы надо было на экран. О, есть. Пачка на базе стоит. Быстрее. Все, нет, нет ее по-любому. Пацаны, стая, давай. Быстрее, ребят, быстрее, нас сейчас выйдет. Быстрее. Все, да, все. А если я сейчас четвертый выйду? Убил. Неприятно. Слоны. На себе, идут, что-то я сел, сразу выигрывать начали. Вася, реально, у нас что-то слоны реально разъебали, слышишь? А бомба, бля, на базе, один за базой. Комментатором буду. За базой. Бля, красавцы, пацаны, горжусь. Стая, давайте, стая. Есть, гвакамоле. За базой. Чего происходит? Я бомбу поставил. Винмента 3 хп. Винмента 3 хп. Бомба под тебя на входе прям стоит. 5 минут на таймере. Сколько время? Покажите на таймере. Как время понять на таймере? Убили. Сколько пачка держится? Как они пачку-то забрали? Держи право! Винмент обороняет, ему в спину заходит! Давай! Ну, мне сказал, что я попал, но... Ай-яй-яй, Равшан тоже респу ушел. Винмент, пошли лево! Таджик, почему стоит? Хорошо. Винмент, лево возьми! Кто заходит к Винмент в спину, я не понимаю. Лево от меня! Давай, Таджик, красавчик! Блин, в спину зашел! Давай, Таджик, брат! Спина! Спина! Все убил, спина! Да, давай, красавчик, на полу валяйся! Что происходит? Блядь, ну пушка не стреляет! Заходит, у меня оружие не стреляет. Чё в России? Чё скажешь? Я стою двоих, держу. На голове. Да диффузил? Да. Я соло троих ебну за диффузил. Блять, оружие. Блять, Таджик, ебать. Странно. Всё, я не вижу ничего. Классно поставили, блин. Хорошо сделал? Это спину. Пиздец. Просто забрал раунд просто. Я не понимаю, почему не видно, блять. Ебать, как вы их отвлекли. Таджик, лучше из лучших. У меня ракушка выпала, брат, где-то. Ракушка. Я сказал. Я бомбу смотрел. Так я левый, я смотрел. Рина, пару комментариев, брат. Я тильтанул, брат. Я ничего не вижу, все. Ты меня еще понял? В голову-то попали, в очко, смотри. Очко, ничего страшного. На, брат, я в тебя посмотрел, когда пушка заклинила. А, я тебе голову дал. Вин? Да нет, нормально. Тебе надо, брат, Вин? Вин? Какой же тильт? Вин? Пушки не стреляли. У меня последняя Рената. Вот так сотрю, у меня клинит пушка, он меня убивает. Это, все понятно. Не, я понимаю, ну знаешь, старый таджик, брат, старый таджик просто в спину зашел и просто вырубил вас. Знаете, я скажу? Два дня мы кусались, блин, но сегодня все нормально. Ну что, ladies and gentlemen? Старый таджик! Вот же вы таджики! Таджик, красавчик, брат.
Да. Просто зашел, забрал. Сколько секунд было? Дайте фон. Брат, не знаю. Я не смотрел, я бежал от забора. Я не ебашу этого, я не пущу. Да, надо было по пути еще плитку переложить, брат. Наш, брат. Я не успел. Ты знаешь, почему так долго бежал? Я у них на базе чуть увидел неровности. Доделал моменты там. Я чуть тебя не застрелил. Наш, ты где был сразу? Я вас плохо видел. Брат, вы очень обошлись. Нет. А можно на площадке свет включить? Ничего. Батя, респа горит. А, ваша респе пи***а. Все. Какая же им пи***а. Да, да, шма. Бля, очень ну, трудно. Все, брат, сука, все. Да. Мы не башились просто, как ебащите просто зрение. Я видел, да, ты очень классно. В прыжке то, что? Подкатил. Да. Классно было. Как забыли вообще про меня, на пацанов отвлеклись. А ты понял как? Я вижу то, что Равш стреляется с ним, он на нем. И я снизу захожу просто в прыжке. Мне понравилось, как вы быстро забрали. Вы очень классно забрали их респу, понял? Продолжения не было. А плент где был в это время? Или вы в хуй вложили? Брат, я не мог. А куда они плент спрятали? Справа? Брат, вот справа где мы двигались. Я не знаю, я слева играл, как всегда. По левому играл. Все, вы просто красавчики, команда. Вы просто лучше. Момент, я подумал, что все, понял? Да. Там оставалось на таймере прям минуту. Там секунд все снимают. Подожди, брат, помогу. Ты понимал? А ну, смотрите на вашу базу. Маленькая.